Всем привет! Привет! Спасибо, что сегодня подошли в такую рань по фестивальным меркам. Мы группа Шалы. Мы приехали из Москвы. Очень рады быть сегодня в Санкт-Петербурге. Давненько не были. Последний раз вообще в 1812 году были в городе, когда играли на ВК-фесте. С тех пор многое случилось. Мы переназвались, мы начали рассказывать новые истории. Сегодня погода нам благоволит, потому что вчера здесь стоял страшный ливень, и мы все промокли, но сегодня все совсем иначе. Надеюсь, что вам будет сегодня классно, комфортно. Давайте хорошо проведем время, давайте будем петь, отдыхать, лежать на лежаках. Танцевать! Думать только о хорошем. Спасибо. В Москве. Москва, она, конечно, очень сильно от Питера отличается. Не знаю, хорошо это или плохо. Но мы выступали в Лужниках. Там совсем другое дело. Там был асфальт, там были лужники, огромная территория, как будто прям большая-большая, самая большая парковка. И сейчас, когда мы впервые попали на Елагин остров, Елагин остров, правда? И все правильно, да? Вот, Елагин остров. Я себя почувствовал, как вот этот вот теленок, который выбежал впервые на газон после какого-то длительного пребывания в хлеву, и которому показали любимую печеньку. Вот, и так здорово, что сейчас это такое раздолье, такое классное поле. Правда, вам, наверное, светит глаза. Мне это немножко покомфортнее. Но, может быть, у вас будет загар дальнобойщика, а не у нас, как обычно. Вот, поэтому как-то так. Хорошего дня.
знаки, читаю так тебя. Мне когда и так, и так и не знаю. Перевелся ветер. Группа «Шалый» еще чрезвычайно юная группа. Мы запустились только весной. Очень здорово, что организаторы пикника «Афиши» обратили на нас внимание, за что, конечно, коллегам большое спасибо. У нас вышел альбом, который называется «Похвальные упражнения», и сзади нас будут иногда появляться такие красивые надписи. Сегодня здесь присутствует как раз художник Денис Декор, который участвовал в разработке этого фирменного стиля. Он сейчас машет ладошкой. Денис, привет! Все очень красиво, все очень супер, рад, что мы сегодня с тобой знакомы. Следующая песня, она из альбома «Похвальное упражнение», которое называется «Разработчик». Ты скрываешь.
всегда любила, ты меня не очень. В моей машине не работает проводовочек. Господи, какая ирония. Я сейчас просто вижу перед собой название «Лада» и понимаю, что мы поем песню про то, как в машине не работает правый доводчик. Я уверен, что в автомобилях «Лада» все прекрасно работает. Спасибо вам. Друзья, некоторое время назад группа Шайла начала вести социальные сети. И такая штука, что у нас появилась такая традиция делать всякие рилсы. Вот, и я пообещал нашим слушателям, комментаторам, что подготовлю два образа, поэтому не обессудьте, хотя мальчика явно маловато. Кто близнец?
Я там, ты здесь, я там, ты. Я двигаюсь, как огонь, обжигая все. Я хочу еще. Спасибо. Как настроение? Все будет? Вы вчера были на пикнике первом? Да! Да, кто-то да, кто-то нет. Блин, у меня было очень короткое видео, где я записывал свой выход. Я вчера выступал еще вместе с оркестром Кита Емпери. Вообще, Кириллу большой привет, если вдруг кто-то его знакомый или товарищ сможет ему передать, потому что вчера я исполнял песню Jamiroquai Cosmic Girl. Вот, это было довольно классно. Фух. Но... Ты легенда, ты звезда, но я вижу только красные флаги, да. Думаешь, в игре лишь один босс, то кого? Это еще вопрос. С головы до пят из огня, только твой огонь не обжигает меня. Хочу остановить эту музыку. С тобой мы квиты. Просто биться со мной. Посмотри, я не враг. Кто-то нас поссорил.
Сыграем еще несколько песен. Вы знаете, какая штука? Группа Шалый, она появилась не просто так. Прежде мы были музыкальным коллективом, который назывался группа Mana Island. Вот, это была такая инди-группа. Это была такая инди-группа, которая в период 14, 15, 16 годов существовала. И на самом деле большое спасибо. Хочу сказать Афиша, даже журналу, изданию, потому что очень здорово, что в какой-то момент журнал стал таким проводником новой музыки в России. И классно, что пикник Афиша жив. Вот. Это очень-очень хорошо, это очень обнадеживает. И мы все надеемся, потому что мы все существуем в этой истории, что музыки, новой музыки будет больше. Сказать, и это трудно.
Ох, как душновато, представляю, как вам там жарко. Да, и... Что ж, мы продолжаем. Приехав в Санкт-Петербург, мы не могли сыграть эту песню, потому что последний раз привозили ее в этот замечательный город очень давно. Это песня группы Mana Island под названием Dots. Она на английском языке? Ну да, разговариваем, практикуем, а что ж тут такого? Better die than live without it.
Спасибо. Сейчас мы... Спасибо, вы супер, вы классные. Спасибо, что подходите. Мы сейчас сыграем последнюю песню. Эта песня неожиданная, но мы надеемся, что она вам понравится, потому что мы любим шалить, мы группа Шалый. Вот, поэтому только вперед. Спасибо вам, кто был с нами здесь, там, везде. Спасибо, Санкт-Петербург. Очень хотим приехать к вам снова. Хорошей вам погоды, хорошего вам настроения. Мы группа Шалый. Никита, Макс, Леша, Егор. Егор сегодня с нами. Спасибо вам, вы супер.